предлагаю для любимых мужчин к празднику приготовить очень вкусный салат, который называется мужской. Нам нужно отварить 350 граммов говядины в подсоленной воде. Варю час. Говядину обязательно остужаем, а из бульона можно сварить супчик. Большую луковицу нужно нарезать перышками. Залить кипятком, добавить 1 чайную ложку 70% уксуса, столовую ложку сахара и половину столовой ложки соли. Хорошенько перемешать содержимое, оставить на 10-15 минут. Потом через 15 минут лук откинуть на сито и хорошенько промыть холодной водой. Говядину подготовим для салата, нарежем ее тонкой соломкой. Для заправки салата можно использовать обыкновенный майонез. Либо сделайте такую заправку, как делаю я. Я добавляю 2 столовые ложки жирной сметаны, 4-5 столовых ложек майонеза, немного соли и перчик. Заправку переложить в кондитерский мешочек, либо просто в полиэтиленовый, для того, чтобы было удобно использовать. Еще нам для салата потребуется 3 яйца, которые нужно отварить, остудить и натереть на крупной терке. Последний ингредиент, который нужно подготовить, это сыр. Я его натираю на мелкой терке. Сыра нужно взять 100 граммов. Ну и теперь нужно выложить наш салат. Первый слой – это маринованный лук. Далее сеточка из майонеза. Пока я сдабриваю лук майонезом, зайдите в шапку профиля канала и подпишитесь на мой телеграм-канал. Следующий слой – это мясо. На мясо тоже майонезная сеточка. Следующий слой – это отварные яйца, на яйца тоже майонезная сеточка. И последний слой – это сыр. Сыр не покрываем ничем, просто можно сделать украшение, как делаю я в своем видео. Салат украшаем по своему вкусу, отправляем в холодильник примерно на 2 часа, после пробуем. Это очень вкусно, да простят меня мои зрители, я буду пробовать этот салат прямо с большой тарелки и запивать его. Всех благодарю за лайки, просмотры, хоть теплые, хоть не теплые комментарии. До новых встреч, до новых рецептов.